Беларусь и Россия будут обмениваться опытом и технологиями в сфере электронной торговли. Возможные варианты взаимодействия между БТБ и РТС-тендер обсуждали накануне в Минске. Стороны отметили, что площадки решают схожие задачи и являются взаимодополняющими. Вместе с тем, у каждой платформы есть своя целевая аудитория, уникальные преимущества и технический ноу-хау, которые могут представлять взаимный интерес. Большое внимание нашей площадке импортозамещения. Еще на этапе ее создания предполагалось, что она будет обслуживать оба рынка – белорусский и российский.